Последнюю ночь осени Казанский федеральный университет никак не мог уснуть, ведь свою работу начал ночной переворот. Интерактивно-образовательный лекторий проходил в рамках проекта «Пронаука» и радовал гостей университета уже в шестой раз. Любой желающий мог прийти на это мероприятие и окунуться в атмосферу студенческой жизни. Цель этого проекта – популяризовать науку как деятельность, вовлечь людей в процесс обучения и дать понять людям, что наука – это интересно. Это именно те принципы, которые всегда были важны для Казанского федерального университета. Аналогичные мероприятия, они позволяют и соизмерять то, что дается сегодня, и то, что востребовано. Поэтому, я думаю, сегодняшнее мероприятие, оно тоже удачное, об этом свидетельствуют и полные залы. Оно не только гуманитарное направление сегодня, поскольку вот в соседнем зале разбираются вопросы, связанные с гравитацией, и я с удивлением посмотрел, что там есть даже школьники разных возрастов, они все слушают, никто не уходит. Поэтому это говорит о том, что то, что преподаватели дают, оно понятно. А когда любая вещь понятна, хочется сидеть и слушать. Темой ночного переворота стала революция. Гостям мероприятия показали и рассказали все то, что когда-то совершило настоящую революцию в умах и взглядах людей. Всего было три секции – общество, наука и искусство, а для детей было организовано шоу «Сокровища науки». Кроме этого, школьники могли задать свои вопросы по поводу поступления в Казанский федеральный университет специалистам приемной комиссии. Участие в мероприятии было традиционно бесплатным, и если ты пропустил это событие, то обязательно приди на следующую ночь науки. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. We'll be right back.